Ну, мы очень довольны о том, что мы продолжаем двигаться в своем направлении и о том, что мы не отходим от собственной игры, и мы стараемся ее улучшать. Было сложно играть на поле, да, в таких условиях погодных, но тем не менее я рад, что мы забили рабочие мячи, и хорошие были моменты вот в первом тайме, которые надо реализовывать, но немножко не хватило у нас точности. Да? Я считаю, что мы заслуженно выиграли. Я благодарен ребятам, футболистам, всей команде, вот, и нашим болельщикам за поддержку. Во втором тайме уже больше оберегали результат, больше сыграли по счету? Нет, мы никогда, это одна из наших философий, мы никогда не играем по счету. Мы просто перестроились немножко, изменили схему, вот, но в целом наша задача была контролировать середину поля и освободить зоны на вашей половине поля, да, за зоны за защитником. Ну что, собственно, мы, я думаю, успешно с этим справились. А вообще, какую задачу ставит перед вами руководство клуба на этот сезон, если говорить? Мы должны подниматься от игры к игре, потому что наш клуб развивается. В целом команда развивается, академия развивается. И поэтому сейчас мы все прикладываем к этому усилия, именно к развитию клуба. Это наша основная сейчас задача.